Сиденье от квадроцикла. Пожило. Сиденье пожило свое, как видите. Сделана вот такая вставка. С мою руку. Эко-кожа. Стеснение. Не забыть вшить вот эту вставочку. Поехали.
Thank you.
Квадроцикл закончен. Даже говорить не о чем. В принципе, сидение несложное. Шьется быстро, шьется легко, если правильно расположить нужные швы. Варнинг пришит в нужное место по типу джинсовых нашивок. Посмотрел в Яндекс.Картинках, где она находится у примерно таких сидений. У меня на квадриках... Я просто не стал по своим квадрикам лазить, у меня парочка квадриков есть. Я не стал лазить, смотреть, где у меня нашито, это не столь важно. Я посмотрел, зашел в картинки, здесь, все нормально. Так, значит, ну, честно сказать, даже рассказать не о чем. Все, чехол нормальный, все натянуто супер-пупер, внутри больше нет разрыва, поролонового разрыва, это болезнь всех квадриков, рвется именно в этом месте. Так, эко-кожа. Полиэтилен подложен, промокать будет так же, как промокало и до меня, потому что до меня это сиденье тоже промокало. И это видно где, если посмотреть, вот здесь вот, как у всех мотоциклов, у всех вот здесь вот промокает. Что ты не делай с чехлом, что ты не делай, как не делай, микротрещины появляются на виниле, появляются на коже, появляются на эко-коже, все подтекает, все нормально. Самое главное, чтобы под ним лежал поролон. На поролоне, сейчас еще раз, дубль два, так, самое главное, чтобы на поролоне лежал полиэтилен. Полиэтилен является той самой границей, которая отграничивает поролоновую плиту от внешней обшивки. То есть вода, если по каким-то причинам туда попадает, а она будет попадать на всех мотоциклах, она будет попадать. Ребята, у меня и мотоциклы были, и сколько я переделал уже сотен этих мотоциклов, у всех одна и та же беда. Вот здесь всегда попадает вода. То есть она каким-то образом проникает сюда, стекает, и никак это не избавится. То есть это избавиться можно только не глядя в это место, грубо говоря. И в нужный момент перетягивать, и в нужный момент покрывать ее полиэтиленом сидушку. Потому что полиэтилен, то, что на заводе, на некоторых заводах не стелят полиэтилен, не буду говорить и на каких, чтобы, так сказать, ну, не хочу просто, вот. На некоторых полиэтилен стелят, но он съезжает в сторону, то есть много раз я вскрывал, полиэтилен есть, но он посередине сидения, весь вот в этой стороне. Так что, ребят, полиэтилен нужен, особенно на квадриках, потому что квадрик – это техника для того, чтобы в нашей России гонять по грязи. Где грязь, там вода, где вода, там соответствующие выводы делайте. Все, я его отпаривать не стал, потому что это в данном случае не требуется, не хочу размягчать чехол, пусть это солнышко за меня сделает и человек, который сядет, потому что данное сиденье в отпаривании просто не нуждается. Оно нормальное, просто абсолютно нормальное, натянуто как барабан. Я туда не клал дополнительное поролон, я клал сразу на поролоновую плиту и шил это с поролоной пятерочкой. Почему пятерочка? Потому что десятка здесь не пойдет. Квадрик это, как вам сказать, квадрик это немножко другая техника, поверьте мне, я уже накатался на квадриках достаточно. Это такая техника, это другая техника, короче, это не мотоцикл. То есть и сиденья у них немножечко другие, немножечко по-другому используются. Ладно, это отдельная тема ролика, я сейчас о перетяжке и на квадрике перешел, так что извините. Извините, что отхожу от темы, иногда просто язык уносит туда, куда не надо уносить, потому что я люблю очень технику. Все, всем пока, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. С вами был Лапонин Руслан.